Итак, ребятки, всем привет! И наконец-то Пэтч открылась! Наконец-то! Да, ребята, наконец-то открылась игра Пэтч, и сейчас мы сможем с вами поиграть! Короче, мы сейчас будем с вами играть в игру Пэтч, потому что она открылась. Так, заходим в игру. И вот она, ребята, глава 1, дом. Его, кстати, изменили, эту главу. Пока я прогружаюсь, вы можете поставить лайк под этим видео и подписаться на канал. Нажмите на красную кнопку подписаться. Так. Так, я типа загружаюсь, да? Короче, новый хаос, да, ребята, новый домик. Интересно, другие карты будут менять? Так, у нас тут дом. Ой, точнее, ёлки-палки, мод. Мод-бот. Кстати, игрок разрабатывается. Я хочу скин Робла купить. Я вам, наверное, говорил. Давайте начинать. Окей, это то место. Ну что ж, время войти. Подождите, кто ты? И нас, короче, прибивает Зи. Итак, первое, что нам нужно сделать, это взять домик. И теперь, ребята, нам нужно подойти к этой штуке. Так, вам нужно нажать на кнопочку, которую я сейчас нарисую, вот эту. Так, идем теперь открывать вот здесь. Тут будет ключ. Зачем вы спросите, мы вот этот вот свет включили? Дело в том, что тут была темень темная. И тут надо было, короче, включить свет, чтобы эту темень, ну, как разогнать. Так, берем это. Зи проснулась. Короче, я знаю сейф место. Вот оно, ребята, сейф место. Так, уходим. Я, кстати, там взял ключик от окна. Так, теперь нам нужно вот здесь где-то будет лежать. Вот здесь будет лежать где-то. Что-то он не берется. Так, ладно, давайте пока используем то, что у нас уже есть. Эпизод прикольный, мне нравится. Как я и говорила вам в каких-то информациях по поводу этой игры, этот эпизод будет легким. Так. Блин, а что я хотела открыть? Что-то он не берется, ребят. Так, погодите. Давайте тогда попробуем пойти в другие места. Так, может быть, он здесь где-то. Да, тут будет ключик от сейфа. Короче, ребята, вот в этих темных уголочках может лежать вот этот ключик. Там он не лежал почему-то. Здесь лежал. Когда я проходил, то вот этот вот черный и этот лежал вот там. Так, о, молоток. Отлично, мы сбежим. Просто пупер, супер, ну мупер. Короче, ладно. Отлично, мы открыли окно. Избегаем, уху. Пу-пу-пу-пу. Так, это было близко, говорю я. Да, это или было близко. Подождите, кто ты? Ну, я, это есть я. Привет, кто ты? Я Поле. Роли, блин. Так, я куколимуви.рф. Пока у нас идет это... концовочка, поставьте лайк и подпишитесь на канал, чтобы добить мне 50 подписчиков. Я вас прошу. Так. Полли. Короче, ладно, ребят. У нас тут новая музычка. Покажу вам сейчас. Вот, ребята, человек, который зеленым вот этим цветом помечен ник, он создал музыку. Какой-то еще новенький после ПК Геймера 10. Какой-то иукнюнь какой-то. Ну, текст, короче, формировал. Так, пока магазин и это закрыто. Ну, это Пэтчтокены, кстати. Так. Я сейчас, кстати, пойду на сервер с другими игроками, чтобы поиграть вместе с ними. Итак, ребята, вот он я на общем серваке. Спасибо, соседи. Так. Где игроки еще? Где остальные игроки? Что-то их нету. Где они?
Я побежал такой. Прикольно. Так, ну почему-то игроков других нету. Так, ну бот, понятно. Игрок разрабатывается. Ура! Ура! Скоро будет, кстати, воспоминания Зизи плохая концовка, поэтому не пропускайте! И также скоро выйдет новая рубрика. Ну, воспоминания Зизи уже закончилось, и это печально. Так, ребятки, ну что ж, ох, это то место, то-то-то-то-то. Well, it's time to eat. Окей, я зашел. Опа. Так. Подождите, кто ты? Убийца, блин. А сейчас я попробую проходить эту карту без читов. Представляете, Яшка будет проходить карту без читов. Так, берем, ну я показала вам, где уже, на какую кнопочку нажимать. Так, наверное, здесь где-то будет штука от сейфа. Да, я был прав. Открываем ломик. Надо все максимально быстро сделать. Так, так, это сюда. Нужно зайти сюда. Так, попробуем все без багов. Тупой молоток берись. Тупые соседи, спасибо. Так, 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 так. Если что, сумят мне соседи. Блин. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Открываем. И сейчас нам нужно забрать. Так. Вот ключик. Ну да, она забагалась. Ну, можно сказать, я честно пришел. Честно. Как и договаривались. Так, ребята, я прошел опять. Без этих багов, только в конце был баг. Мне очень жалко. Ну что ж, ребята, я вам показал, как пройти новый эпизод в игре Пэтч. Но вы не забывайте ставить лайки и подписываться на канал KukoviMovie.rf. Ну а всем пока-пока!